Включай, я сейчас подойду. Подключила? Да. Ребят, всем привет. Максимально быстро проведем. Ой, а что я положил? Линейку. Я обычно сюда же рекламку ложу. Ну ладно. Короче, линейку взял, рекламка. А нахера она нам всралась, да? Мы сами уже как реклама. Поэтому, ребят, максималочка, быстро проведем тот самый обзор на рынок товара и цена. Аукцион, короче, до кучи. Все дела. Все, как вы любите, все, как вы умеете. И как вам это нравится, ребят. Короче, погнали. Значит, перед просмотром видео хочу порекомендовать подписаться на наш канал, поставить лайк и порекомендовать наше видео своим друзьям, знакомым, близким. Короче, ребят, те, кто еще нихера не понял, если вдруг что, надо будет не забыть тот товар, который вы бронировали до Нового года. И вот сейчас последний ролик, что был вот недавно. Какого хрена? 13 числа он был. Короче, нужно забрать, чтобы вы не забыли и не попали в тот самый, ну, на максималочку, самый-самый черный список. Потому что тот, кто попадет туда, обязательно может, конечно же, вернуться, но оплатив нам 500 рублей всего лишь. Всего лишь, это не так уж и много, поэтому если кто хочет поиграться и понять, как этот процесс вообще в принципе будет работать, вы можете реально нихера не забирать свой товар, попадая в черный список, вы, получается, автоматически обелечиваетесь. А если вы хотите нихера себе такие, ой, сейчас такой аккаунт сделал новый, нихера себе, ну заморачивайтесь, нахер оно нам надо, в принципе-то, по большому счету. Короче, ладно, погнали смотреть. Значит, ребят, а что, ну терка, да, как вы хотели, вы же просили в прошлом году, да что, терок нет, мы такие хотим корейскую морковку натереть, нихера себе она такая, знаете, а это же такая, знаете, почти что еще 90-х годов, я не знаю, куда это, это убирается, вы такие раз насадочки нахерачили и на 25 рублей нахерачили, абсолютно новая, если вам это надо, вы, конечно же, можете зарулиться в, собственно, конкретный отдел по данной терке и ставить свои ставочки. Это информация для тех, кто нихера еще. Вот впервые завалился к нам на ролик, такой нихера себе, а что он такой? И ничего не понятно, да? Не, мы можем в описании писать много чего, но какого хрена? Никто ж не читает. Хера мы будем заморачиваться. Кому надо, тот землю рыть будет, чтобы понять и простить. Короче, ребят, я прикинул одно место к носу, включил вот это в резетку, видите, подпаяно тут что-то, но он что-то не работает. Да, смотрите, здесь прям все в идеале, дорожный, хороший, хотите, вот чисто вот так вот по-человечески, да, я не знаю, что с ним, но он в идеале, просто такой, ну, 50 рублей, хотите, забирайте. Смотрите, если что... Я батарейку всунул, короче, ну сколько она, неделю кружилась, вертелась, все, батарейка самая обычная, самая сраная, дешевая, дешманская. Она, ну короче, все, села. Вы такие батарейку сюда засовываете, тут все настраиваете, сама штука, она, короче, вот так вот типа ездит, потом сама поворачивает, сама туда-сюда, вот такая вся накрученная, ну поняли, да? Это часы, короче, раз-два, хоп, и на 200 рублей эти часики вам как бы потянут. Если вам это надо, пожалуйста. И еще раз напоминаю, нихера не тратьте просто так бабки. Если вещь особо, ну, совсем уж, ну, так вот, знаете, ну, не особо важна или нужна, не тратьте, не закупайте, так, знаете, на... пригодится. Берите только по существу. Пускай берут те, которым это действительно нужно. Смотрите, а что это такое? Ну, а что? Ну, нормальный такой. Это уже не особо такой, знаете, тонкий китайский. Здесь прям вот такая вот она ребристая. А вот эта штука, ее, а что? Ну, специально, да, подкручивать. Вы ж такие раз открутили сюда, раз. Это ж насадочки на разные эти... заклепки, да, все отлично. Реально я его не проверял. Ну а что ему будет? Он нормальная тема. Ребят, я если что, сразу напомню, следующий ролик я постараюсь, как по многочисленным просьбам, еще с того года. Конечно же, вы попросили не особо вежливо, и такие, знаете, ну пожалуйста, сделай обзор без особых оскорблений и матов там, да. А я вот так подумал, ну, в этом году давайте попробую сделать так, чтобы вы вот прям вот на максималочку почувствовали разницу между этим роликом, тем, что был предыдущий, или
какой это был. Да хер его, какой был. Ну, короче, те ролики, которые были. И я сделаю ролик такой специально, максималочка, более спокойный, ненавязчивый. Я просто опишу конкретные вам товары. Вы такие: йо, а что за херня? Давай, где там херово поганый, как всегда, гнусно. И вот посмотрим. Вы в комментариях напишите, что лучше, что хуже. А я пока вам скажу, цена 150 рублей. Состояние на максималочку новое. Хотите, пожалуйста, это все будет ваше. Хотите, вы вот на твильки просили. Там пришли, короче, а что, на твили нету? Да нету, их гребут в максималочку. Смотрите, по 15 рублей. Они новые, но они же советские. Вы шо, вы вдумайтесь только. Слушай, практически два набора. Они были в коробочках. Такие длинные, оп, коробочки. Раз, я разбанковал, раз, разбанковал. Они в наборе, в разнобой. Поняли? Раз, два набор. Хотите хоть все, по 15 рублей. Шикарные, отличные, на максималочку. Нужна такая нихера себе охренительная рыба-крышка. Также с дырками и здесь, и в жопе. Ну, как обычно, видели, да? Оп, раз, наткнули, все красиво, с бутылочки вы наливаете, там, что там, коньячок, все дела. 5 рублей, если вам это надо. Но если есть возможность купить красивую бутылку, покупайте, не портите бутылку, в принципе, этой вот обычной пластиковой рыбой. Хотя это же ностальгия, вы же поймите, это же советского образца, интересная вещь. Ходите, льняная, а шо? Я на рынок сходил, да, на наш центральный, прикиньте. Я, короче, нихера, я опешил. Я, йо, а шо, еще и штамп захерачен. Нихера себе, льняное полотно вот такого размера. Тут, короче, нихера себе, всего лишь сколько, а шо такое? Ну, почти что, да, 50 сантиметров, а в длину, ну не, а шо, ну большое в длину. Ляньте, раз, вот так вот, хоп, и 4, это 1,20 м, поняли? Ну вот же, раз, два, три, 4, в длину 1,20 м. Льняное полотенце, 1 метр, вы вдумайтесь, 160 рублей просто полотна. Вам отрежут и типа вали, подшивай сам. А я вам предлагаю готовое подшитое полотенце всего лишь за 50 рублей советского образца. Я не то чтобы вас упрашиваю, мы не абсолютно. Если вы это не возьмете, мы это все максималочка продадим в магазине. Но вы подумайте, может вам нужно сито, вы такие раз, червей, чтобы процедить, хоп, с муки, там ля-ля-ля-ля, ну там тля, долго мука не использовалась, а все же знают, что в муке бывают жучки, вы такие шик-шик-шик, хоп, просили, нихера себе, да, сито хорошее, а что, диаметр, да, да пожалуйста, знаете вам, 18,5, нихера себе, вы такие раз, и булочки пышные, вкусные, 5 рублей, металлическая, ну она, да, она уже такая китайская, современная, на максималочку, особо, ну особо такая, да ну и надо. Надо вам, дюралевая, да, опа, ляньте, раз, два, никаких признаков того, что это советский образец, поэтому цена всего лишь 25 рублей. Хорошая, нихера себе, вы такие пельмени захерачите, охренительные, они же все в один будут. Ляньте, ребят, а что ж я вам сегодня подготовил? Это, чтоб вы знали, простынь с вышивкой, но... Я не говорю о том, что типа, ля, давай, бери там за 500 рублей, нихера, ребят, совершенно, абсолютно, ну такое, знаете, хорошее, легкое БУ, то есть, его хорошо, как бы под пресс, такое ощущение, положили, зажали, оп, бирочки я не вижу, но это советского образца, чтобы вы понимали, по одному краю вот такие вот красивые вышивки идут, гляньте, такой цветок. Такой, ну все, как вам нравится. Я особо ж в этом не разбираюсь. Поэтому для вас цена всего лишь полуторной. Просто не полуторная, это 214 на 138 и тире 146. Чтобы вы понимали, нихера себе, 50 рублей, все для вас. Пожалуйста, хотите, нате. Вы же просили вышивку, забирайте. Ребят, нужен такой, знаете, ретро, охренительный радиоприемник. Вы такие, ёперный балет. В квартире есть дырка, куда это сувать. Не вздумайте захерачить в 220. Захерачите так, что у вас будет слышно по всему району. Короче, нихера себе, смотрите. Опа, гляньте, ёберный. А шо ж это такое? Ах, как он называется? А я не знаю. Короче, читайте. Цена была 5 рублей, походу 84-й год. Охренеть. А шо ж это музычка тут такая? Я не знаю, будет ли FM-ка. Ну, берите. Хотите? 200 рублей. Всего лишь. Вы такие раз, нихера себе, взяли для своей болгарочки хорошую зачистную хрень. Вы такие раз, 50 рублей нам кладете на максималочку. И чувствуете себя строителем. Все чистит.
Охренительно! А если я вам предложу сегодня ж такой знаменательный день? Кстати, записываю максималочка, наверное, заранее, потому что я не знаю, то ли выйдет это. Записываю в среду. А выйдет ли в четверг? Я еще подумаю и посмотрю на ваше поведение. Опа! Ля-ля-ля-ля, там все... Это же советская! Смотрите, в чем проблема? Здесь это пластик, это да, опа, ляньте, оп, сгрызли, кто-то сгрыз. Ну нахера это делать? Вы, короче, ее нафиг убрали, сюда золотишко, ля-ля-ля, хоп, накрыли, радуйтесь жизни, положили обратно, пошли в город без колец. А че шаландаться с золотом? Ну мало ли, а хрен его знает. Вы ж такие ля-ля-ля-ля, все красивые. И раз еще вдруг, не дай бог, поэтому пусть лучше в шкатулке, а эта шкатулка вам советская обойдется всего лишь 150 рублей. Ну и вот эту штуку в придачу, если вам это надо, забирайте. Надо пластиковая штука раз и пластиковая штука два. Что самое интересное, вот это 5 рублей, вот, хоп, ля-ля, ля-ля. А это в придачу, хоп, 5 рублей за две. Ни хера себе, да, повсирайтесь. А в чем проблема, я вам скажу, здесь одной нет штуки. Ха-ха, ха-ха. Ля-ля-ля-ля. Опа, а что такое, ляньте. Ё, какая она классная. Это кружка. Кружка ни хера себе с ситом. Сито такое, ляньте, охренительное. Да, практически шикарно. Новая. Гляньте, какая она охренительная. Это те же самые доновогодние гейши-мейши. Что-то там то же самое. Полы труд. Ни хера неправильно повернул. Линейка раз. Опа, 10 сантиметров. Короче, она та же самая. Цена та же самая. 100 рублей. Захерачили. Все, сидите, чай пьете. Не знаю, кому может надо. Если надо, пожалуйста, вот таких два охренительных подстаканника. Да, советский образец. А что? А где вы сейчас такие возьмете, кроме как у нас? По 20 рублей. Надо? Пара 40. Опа, сидите. Стаканы у нас, походу, по 5 рублей возьмете, граненые. Чисто кто возьмет вот это, два граненых стакана по 5 рублей забирайте, без проблем. Опа, погнали дальше. Надо такой сопливый носовичок. Это на максималочку, он абсолютно новый. Если вы знаете, что такие у нас все платки шли по той самой 5-рублевой цене, то этот платок я начну, пожалуй, практически 50 рублей, 78 год. И посмотрим, что из этого выйдет. Погнали дальше, потому что их осталось, уже не осталось. Надо. А вот такой платок, ляньте. Ля-ля-ля-ля, на максималочку вы такие одели, в огород вышли. Муж нихера себе вас заметил и начал помогать. Вы поймите, с таким платком это же максимальные бонусы. Вы же понимаете, что они же... А какая красивая текстурка, радужная просто. Вы будете на высоте. Ребят, если надо, это на максималочку. Вам просто, вот чисто по-нашему, по-человечески, 5 рублей. Надо вам... Ах, что? Что ж такое, ребята, а что это мутится? У нас появилось полотенце, да. И я его такой раз, и я его такой два. Опа, бирка, вот так вот. Сейчас я вам раз-таки, хоп, 90. А что такое, нихера не вижу. 88 год, цена его, опять же, неизменно, всего лишь 125 рублей, 50 на метр. Смотрите, хау, опа, ляньте, ё-моё, нихера себе, а шо ж оно такое, это же советское, вы поймите правильно, что вы понимали, это, короче, льняная простынь, льняная, как бы я так думаю, потому что, ну, ничего не написано, 79-й год, но текстура абсолютно, извините, абсолютно не как сатин. Вы ж видите, оно вот такое какое-то специальное. Хорошее, да. Но все просто не, вы же знаете, абсолютно новые льняные. Для вас стандартно, стабильно. Нех, не. 150 рублей. Надо? Да пожалуйста, все для вас. Идемте дальше. А что ж такое? Ёперный балет. Я, короче, надыбал такую штуку, это же мода для всех, 71-й год, чисто для любителя. Кто такое любит, я погнал вам рассказывать. А шо, пожалуйста, я открыл, ну нихера себе охренел. Гляньте, какая мода была, 71-й год, за нихрена себе. А шо, вы такие раз смотрите здесь, нихера себе, переворачиваете, все, кройка и шитье, занялись за хера. Йо, какой Василь, а шо, нихера себе, он молодой, не, а шо ж такое, опа, повернули, захерачили ему костюм, захренительно. Дальше,
Ну, тут такое на максималочку, она все красиво, училка. А что, ну, нормально. То же самое, гляньте. Вот так вот мы умеем. Смотрите, а какие фотки ж были раньше. А что? Опаньки, и все. Здесь нихера себе не вижу, кто есть кто, старуха шапохляк. Ну какая разница, без разницы. Ну молодец, клюшоные штаны. А что в моде сейчас? Вы такие раз, хова, взяли вот эту брошюру. Все, захерачили. А зачем вам что-то покупать из секонда? Гляньте, какой молодец. Смотрите, серая масса просто. Ну на максималочку. Зато то время настолько спокойно. А что ж такое вы взяли и пошили, да? Нихера. А рестораны, ёперный балет. Ну это в принципе не очень. А что, мне не понравилось. Ну это можно выбросить. Ладно, дальше идем. Ну а это что? Клоуны в городе. Опаньки, нихера себе. Дальше. А вот это уже на максималочку. Гляньте, какая сексуальная чика. Ёперный балет. Взяли, пошили. Всего два лоскута у нас взяли. Ниток набрали, все пошили. Нихера себе она такая без трусиков будет гулять. Гляньте, ё-моё, а тут просто вообще. Нихера себе рожа. Охренительность, будуна. Вот это девочки разрядились. Кстати, вот эта максималочка красивая. Платьечко. А шо? Пожалуйста, раз, два. Опаньки. А это я в детстве. Это моя сестра и я в детстве. Хорошо, погнали дальше. Ну, это опять же я. Сестра выросла. Дальше. А, все, поняли, да? Хотите? 5 рублей. Все, вот это фото для вас 5 рублей. Пожалуйста. Если что, без проблем. Хотите карандаши? Да, пожалуйста. Они советские, ребят. Здесь, а что такое? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 карандашей. Цена карандаша, цена 2 копейки. Для вас цена будет, если что, всего лишь по 10 рублей за каждый карандаш. Если вам надо, берите все, потому что их хер вы найдете. Надо ножовка. Охренительная ножовка. Да, она китайская, поэтому и охренительная. Вроде как китайская. А что, может быть и не Китай, я не знаю. Хотите? 50 рублей, и она будет ваша. Надо вам вот такая. Не, а что ж такое мутится? Я нихера себе ништяков загрузил. А что, я и так быстро говорю. Гляньте, она новая. А что такое? Ух ты, ё! Гляньте, ручка есть, все причиндалы, ля-ля-ля-ля, засунули, хоп. Здесь размер 26, крышка есть, если чё, советского образца. Если вам это надо, 1000 рублей всего лишь. Ребят, только для вас, вы же знаете. А что проблема с крышкой, вот? Вы думаете, это царапина? Нет, она гладкая. Вот, опа-опа, гляньте. Просто такая проблема, наверное, бухали, что-то, я не знаю, ну что, ну какой-то, может, дизайнер свой дизайн поставил. Красиво, молодцы. Скобовыдиратель, 5 рублей. Чтобы вы понимали, здесь есть ручка такая белая, а здесь ее нихера нет. А что такое? Ну 5 рублей, если надо, забирайте. Нужны такие штуки? Пожалуйста. 25 рублей. Пачка целая, она полная. Надо вам советская хохлома. Я, кстати, я почему не назвал хохлома, ложки, все дела. Я написал, а в прошлом ролике хохлому YouTube что-то сбросил. То есть в комментарии удалился. И вы, чтоб понимали, если что-то вам не пришло, это значит ко мне от вас комментарий не дошел. И я его не увидел. Поэтому я вам дал такой ответ. Или такой ответ. Чтобы вы понимали, сразу бейте тревогу. Чтобы не было такое, что я бронировал, а что на ничего нет, о чем мне ответ не на, чтобы такого не было. Сразу либо на ВК, как это делают конкретные наши подписчики, либо вообще не звонить не надо. Нахера мне звонить, я обычно трубку не беру. Короче, надо советская. Да, на, гляньте, о, какая тут бумажка, нихера себе, хлебать, че, а что морожка можно жрать, гляньте, ля-ля-ля-ля, все дела. 30 рублей, одна штучка, ну такая новая, да, она классная, она шикарная, она красивая, она не топорного состояния, смотрите, ля-ля-ля-ля, такие вышли, короче, нихера себе, это же нихера себе скакалка. 25 рублей, будете скакать куда угодно, прям к нам в магазин, надо будет вам, пожалуйста. А что, если я вам покажу сейчас золото позолоченное? Опаньки! Это маленькие ложки Мельхиор, или хер его знает, или Юмет, или хрен его знает. Ну, что-то такое. Они с прозолотой, все дела. Все тут как бы, я нихера не покажу. А что, мы на камеру не насобирали? Что вы хотите от меня? Я ничего не вижу. Гляньте, что, а что, я ничего не вижу. Вот, ну вы видите?
Я ничего не вижу. Вот и вот так вот. А так вы купили камеру. Нихера себе, да? Макросъемочка. Раз, я вам такой щелк. Хо, вы такие раз. И набор вам обойдется в 500 рублей. Хотите, забирайте. Хороший, классный. Хохлома. Такая специальная штука. Гляньте. Раз, два. Опа, сюда соли набросали. Крышкой прикрыли. 25 рублей намастаили. Все, погнали дальше. Дальше, ребят, вот такая вот штука. Гляньте. Опа. Ну, кому как. Кому для кухни. Хоп, туда перец нагрузили. И давай же вот так вот два дела разом. Для мужчин. Для женщин. Смотрите, какой охренительный закругленный конец. Здесь вы не поцарапаетесь. Вы всегда можете брать хорошо, основательно. Но если вам можно, если можно, конечно, берете вот так и долбите. Но я вам, в принципе, показываю, как это делать, как я бы сделал. А там вы сами можете. Можете вот так вот быстренько, да? Как хотите. Дебелая металюга, прям шикарная. Гляньте, литое все. Все такое заводское. Охренительная шняга. Какой ствол. Это, короче, нихера себе, вы поняли. Перцемолка. И тут такая же тяжеленная. И я всего лишь хочу. А так, чтоб между делом вы такие раз 500 рублей кладете нам на стол. И этот прибор вы забираете. Но кто хочет больше, пожалуйста. Потому что прибор такой первый. Раз и последний. Поддон! А шо, поддон уже современный. Размер его всего лишь, нихера себе, 27 сантиметров. Нахера он такой большой? 35. 27 на 35, его цена всего лишь 50 сантиметров. 50 рублей. Дальше. Надо вот такой вот фужер, хохлома, все дела. И их всего лишь, ребят, внимание на экран. 6 штук. Если вам это надо, набор всего лишь 400 рублей. Я что-то нихера не понял, что камера так то темно, то светло, то темно. А что такое мутится с ней? Сейчас выключится, наверное. Короче, 500 рублей надо, забирайте. Все это ваше. Гляньте, какие они красивые. Я не скажу, что они прям супер там. Ну прям вот все, они как будто в упаковке навьё. Но это же хохлома. Ну может где-то... Такая маленькая сраная щербинка, которую особо не особо, да? Вы такие раз и закрыли на это глаза. Оп, надо будет, поторговались, надо будет, забрали по нашей цене. Нихера себе, сейчас будет битва титанов, и я чувствую, подеремся. Максималочка. Ребят, что самое интересное, внимание, это конкретным подписчикам для конкретных людей наших. Смотрите, нихера себе охренительный старорусский или старославянский чайник. Потому что уже кто-то взял молочник. Но почему я сказал, битва титанов будет? Потому что битва будет, сейчас вы поймете почему. Чайник всего лишь 250 рублей. Точно такой же, как тот самый молочник, который был в прошлом ролике. Поэтому, ребят, а то, что я вам говорил, крышка, короче, опа, ляньте, ля-ля-ля-ля, забрали все дела. А вот это... Второй такой же молочник. И у нашего другого подписчика есть возможность урвать набор. Либо урвать два молочника и чайник. Либо нихера не урвать, оставиться при молочнике. А другой кто-то заберет все по нашей цене. Такой молочник второй. Видите, крапление черное, черное, черное. Три точки черных. Чтобы вы не перепутали, это тот, что второй. Потому что первый стоит у нас на полке брони, ёп. 150 рублей. Надо? Забирайте. Все шикарное и абсолютно новое. Вот это повеселимся. Нихера себе. А это, ребята, вы же просили. Помню там, а шо, когда будет флаг советских, социалистических, там все дела. Да пожалуйста. 80 на метр 60. Раньше его цена была 5, 10, 15, 10, 20. Что за херня, не понял. 85-й год, короче. Короче, если что, он настолько приятный. Такой, знаете, плотный сатин. ХБ. А хрен его знает. Хренолин какой-то. Но если что, флаг вам обойдется всего лишь 100 рублей. 100. Можете использовать как косынку. На голову. Ё-моё, нихера себе. А это уже на высоком уровне. Под нос, под рот. Чтобы не стекало на пол. Вы такие раз и с него жрете. Гляньте, 30
А, вам внутренность, да. Ну, пожалуйста, 26 сантиметров. Вот по вот этой кромочке он идет. А если по наружечке, да, пожалуйста, 35 сантиметров будет. Да, дебелый, смотрите какой. Да, вот тут, ну, нихера не написано. А что? Ну, я не знаю почему. Может быть, из современных. Но если надо будет, товар, который вы... А, вы же нихера не будете смотреть. А что ж такое мутится? Ну да ладно, вы кто будет приходить чаще в магазин, тот будет всегда полку брони елозить туда-сюда и понимать, что ему заказывать, что не заказывать. Можно всегда прийти заранее, потому что ролик записывается заранее, и товар лежит уже там заранее. Можно использовать и посмотреть такие ля-ля-ля-ля, там все дела, чтобы потом не было проблем. Короче, ребят, нихера себе, а что, ваза такая молочная, вся такая ляньте, ля-ля-ля-ля. Хоба, такие раз, нихера себе, сейчас замутим тему. Мы такие раз, такие, опа. 27 сантиметров, 28 уже насчитал. Она, короче, в высоту. Ничего себе, такая шикарная ваза. Если что, мы за нее хотим всего лишь, внимание, 150 рублей. Размер ее дышла, куда вы сувать будете непосредственно букеты цветов. Всего лишь 11 сантиметров. Херня какая-то, могли бы больше дырку сделать. Ну да ладно, ходите. Вот так, все, 4,5 литра. Вы такие раз, хоп, все дела. Вот так вот, опаньки. А что ж такое мутится? Ёперный балет. Короче, ребят, а что такое? Я не положил запасную резинку. Ты зараза. Короче, у нее есть запасная резинка. Нате, ляньте, опа. Это та, что ее. И запасную я обязательно сюда положу. Одна запасная резинка у нее есть. Вы такие раз, состояние легкого БУ, походу, раз 300 жарили. Но она неубиваемая, нихера себе она. Гляньте, какая она ребристая. 4,5 литра. Хотите, цена всего лишь 950 рублей. Почему 950, вы спросите? Ты что, охерел, пацан? Ты с одной резинкой нам хочешь за 950? Да, хочу. А что такое? Я не понял. Смотрите, ребят, если вы любитель снимать, собственно, порнофильмы, собственно, свои фильмы, как хотите, вы хотите стать охренительным блогером, но нужно с чего-то начинать и купить недорогую камеру, и вы ищете, не знаете, что найти, нихера себе, она у нас есть. Вы, короче, все, со всех сторон, здесь для глаз, чтобы не выдавить. Гляньте, как все мягенько, красиво, туда-сюда, все прорезинено на максималку. Смотрите, какое дышло здесь, гляньте, и настройка, и подстройка. Сама она не работает, но если включить ее, короче, сеть, да чуть-чуть дать заряда, она вроде как начнет работать. Ну поняли, да? Микрофон, тут все дела. Вы такие раз поставили сюда, вспышка заходит. Че? Переключение кнопок здесь невидимо, невидимо. Вы такие раз, хоп, можете сюда смотреть. А как можно сюда снимать? Я не понял. А что она такая огромная? Нахера ее так сделали? А что такое? Я не понял. Еще и зарядная, гляньте. Здоровая зарядная. А это заводское зарядное. Вы такие раз, дополнительно, короче. Нихера себе так вот. Вот так вот засунули туда. Скотчем так замотали. Ну, чтоб она держалась. Для запаса. Раз, раз. Менять. Причиндалов. Смотрите, сколько. Это все ваше. Вы подключаетесь ко всем гаджетам мира. И погнали. Короче, аппарат на нихрена себе непонятном абсолютно языке. Поэтому для вас есть такая специальная, нехитрая схема, как и куда тыкать. Как все понимают, что мы все привыкли заниматься методом самотыка. Поэтому тут уже более вам экономия времени. Вы такие раз прочитали, поняли, куда что засунуть и что какую функцию имеет. Вы такие раз, все, погнали снимать по городу, там пейзаж, все дела. Ну, начать чего-то надо, а потом уже взрослые фильмы. Да, погнали дальше. Это лично ваше. А теперь... Ах, ёперный балет. А теперь для тех, кто хочет стать миллионером. Ребят, мы из-за вас подумали. Вы такие, нихера себе, это пакет. Пакет, тот самый пакет, который есть товар внутри, который вы нихера не видите. Так он и называется. Пакет вслепую. Там внутри теперь уже все. Не 20 предметов наименования, а целых 30 предметов. Почему вы скажете так, что нихера не берут 20 предметов? Нет, их берут. Но мы решили пойти вам навстречу в этом году и захерачить 30 наименований. Себестоимость одного предмета товара в этом долбанном пакете, в рваном уже таком, знаете, как будто его рвали, сували пальцы, чтобы посмотреть, что ж там внутри. И нихера себе. Опа!
5 рублей один предмет товара. Цена пакета всего лишь 150 рублей. Вы такие, долго не думая, первую ходочку взяли, раскочегарили ее, на рынок третий пошли, попродавали, бизнес подняли, бабло подняли, пришли, упаковочки взяли. А чем больше вы упаковок возьмете, тем дешевле мы сделаем вам еще и скидочку. Нихера себе, да? Я придумал. Короче, ребят, хватит сидеть и нихера себе горевать. Захерачили, начали торговать и погнали сотрудничать. Короче, ладно. Эта тема вся работает. Если кому надо, пожалуйста, без вопросов. Короче, пакет, короче, еще в придачу дадим, если надо. Подписывайтесь, чтобы нихера не пропускать. И обязательно поставьте лайк. Всем пока.